А! Ты чё? Костас, ты чё, дурила? Костас, ты не Костас, ты мудак Костас. Запрыгивай, мудак Костас, ты сраный. Вот так. И вот так, все, кольцо, отлично, слава богу, получилось, я... А-а-а! Ты чё, охренел, что ли, козлина ты поганая? Ты где свои шипы сраные расставляешь? Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и у нас тут фанатская игра по Сонику Экзе, которая называется Экзетиор против Гипер Костас The Hedgehog. В общем, короче, вот этот вот Гипер Костас, я сейчас, скорее, с трудом понимаю, что это означает. Какой-то ежик против Sonic Exe. Вступление к этой игре, когда я ее скачивал, гласило следующее, точнее, описание, да, что есть, короче, такой вот Sonic Exe, мы все его прекрасно знаем, я думаю. Те, кто не знают, тем надо ознакомиться, у меня куча Sonic Exe игр на канале, но не суть. Короче, он убил всех своих друзей, и остался только вот этот Гипер Костас, и он последняя надежда, он может что-то предпринять и остановить эту поганую сволочь. Вот давайте посмотрим. Ага, что-то, походу, не очень у него получается пока. Костас, просыпайся, ты последняя надежда этого мира. Последний хранитель моей силы тебе поможет. А, остаток моей силы тебе поможет, и он блюет на него снежинками. И наш Гипер Костас... Ни хрена себе, резко так, резко подскочил чувачок. Прям хорошо проснулся от души, что называется. И, теперь иди и победи этого факера и сохрани мир. Ну, факера победить, это, знаете, святое дело. Победим факера, без проблем, все факеры будут побеждены. Так, какие у нас клавиши участвуют в управлении игры, скажем так? Только клавиша прыжка и все? Подожди, что, серьезно? А мы можем прыгать сверху? Ой. О, здоровье, там наверху, видите? Блин, эта полоска здоровья, конечно, толком рамкой бандикама не захватывается, но вы видите, да, там зелененькое такое говно. Оно чуть-чуть уменьшилось. В общем, вот так. В общем, мы играем за Гипера Костаса в какой-то непонятной, совершенно блевотной обстановке находим. Ой, опять здоровье уменьшилось. Слушайте, что-то здоровье все уменьшается и уменьшается. Так, вот нам по пружинкам дают поскакать. Ну, давайте это поделаем. Гипер Костас, великий скакун на пружинках. Кто бы он ни был нахрен вообще, этот Костас, этот Гипер. Но он вот такой. Так, не видно никуда, ни хрена, куда там надо. Так, тихо, аккуратно. Оп! Офигеть. Это как? А как я должен-то? Надо как-то так аккуратно это сделать, чтобы на них не попасться, понятно? Ой-ой-ой. У меня здоровье так не... А, у меня здоровье восстановилось-то, между прочим. Где я? А, это я могу обратно вернуться. Не, обратно мне не надо. Мне надо вот сюда куда-то, правильно? Так, хорошо. Слушайте, довольно интересно получается на самом деле. Ты сдаешься? Да, нет. Нет, не сдаю. Я никогда не сдаюсь. Я же Гипер Костас. А кто создатель этой игры? Angel Exe, было написано. Я правда, это вроде как не записалось на камеру, но было такое написано, прежде чем я начал игру. Что, это все, что ли? Game over. А, ну смотрите, не так уж все критично. Можно просто начать заново. Давайте еще разок начнем. Все, ща Гипер... Соник Экзе, ты там своими кровавыми пальцами, пожалуйста, вот эти вот жесты не строй. Потому что Гипер Костас разозлился, понимаешь? Костас, он такой Костас. Он его чуть-чуть разозлить, и он все, он свирепеет. Сейчас Костас тебе пересчитает просто все твои Костас, понимаешь? Тебе перемоет все Костас твои. Насильственным методом все твои Костас испоганит. Будешь ты Соник Экзе без Костас, понимаешь? Будешь просто без костей, как такое вареное желе, так передвигаться, понимаешь? Вот так вот. Вот такая вот тебя судьба ждет. Я вообще... Мне, может, надо вниз было там прыгнуть? Ну, давайте попробуем сдаться. Тут ты, твою мать! Так вот, как все просто. Оказывается, блин, я думал, это вопрос типа с подвохом. Давайте еще раз тогда, хорошо. Костас еще злее. Костас стал еще злее. Костас просто невероятно сейчас рассвирепел. Рассвирепевший Костас. Его уже два раза подряд сажают на иглы с ракой. Костас, ты чего? Ну, Костас, ты дурила, блин! Слезай! Как его заставить? Как его заставить лезть, ребят? Это конец? Это все? Может, escape нажать? Или типа что? О, нажал. Игра закрылась. Офигеть. Ну, давайте тогда еще раз ее откроем. Заодно, раз такое дело, раз мы ее еще раз откроем. Вот, видите, Angel Exe представляет. Я вам покажу, что это реально Angel Exe. Только почему ж я сдох-то там? Почему ж меня эта игра... После того, как я правильно выбрал, что Angel Exe на меня отправила на верную смерть. Я вот этого понять не могу. Это как вообще работает? Так, давайте, все это дело мы пропускаем. Конечно же, не сдаемся.
создатель игры. Ну, я же не скажу, что Джейс Коин, но это ж неправда. Angel XZ, вот. А там шипы. Там я тоже умираю. Если бы я сказал, что Джейс Коин создатель игры, я бы тоже умер. Значит, мне предлагают как-то... Блин, а что мне делать так? А что мне тогда делать? Я уже и не помню, какая там обстановка-то внизу. Может, вот туда-куда... блин, посредине там как-то надо прыгать, понятно? Смотрите, вот как надо проходить. Показываю. Много тренировался, показываю, как надо. О, видели? И вот наш гиперкостас приземляется вот так. Так, тихо, как-то надо... Оп, перепрыгнуть эту сволочь. Сюда вот, хорошо. Ой, тихо, жуки! Поганые сволочные! Да что ты будешь делать? Ой, здоровье, это все меньше. Мы все соприкасаемся с этими сволочными жуками. А! Ты че? Костас, ты че, дурила? Ты Костас, ты не Костас, ты мудак Костас. Запрыгивай, мудак Костас, ты сраный. Какого? Вот сюда, что ли, типа? Ой, там, подождите, там же кольцо. Я не... Так, тихо. Не туда прыг. А, все, он сдох. Смотрите, он сдох и начал заново. Но это, в принципе, не проблема. Короче, сейчас, еще раз. Как я там делал, да? Вот так. Вот так, и вот так, все, кольцо, отлично, слава богу, получилось, я... Ты что, охренел, что ли, козлина ты поганая? Ты где свои шипы сраные расставляешь? Это нечестно! Это совершенно нечестно! Посмотри на эти, это грустные глаза человека, который, не знаю, которого надули, развели, как лоха просто, понимаете? Без лоха и жизнь плоха, вот он согласен. Он прям кайфует, сволочь. Ну что тогда тут нужно делать? Давайте думать. Видимо, надо прыгать в какое-то другое место. То есть вот здесь вот я думаю, начало правильное, да? Но... Тихо. Но дальше... Ой, стоп. Вот этот прыжок, скорее всего, реально надо делать, потому что он тяжелый. А, вот куда-то мне предлагают, типа... О, окей. О! Ну-ка, оно? Пожалуйста, оно! Пожалуйста, пусть это будет оно! Так... Я это сделал, я сбежал. Теперь я должен найти этого грязного убийцу и покончить с ним. Уже прогресс. Хил ак 0. Хорошо. Так, а если мы тут просрем, то игра откуда начнется, мне интересно? Откуда игра начнется, если мы тут просрем? Ой. Да ну нафиг. Так, тихо. Сейчас. Стоп. Это тоже фальшивое кольцо, оно неправильное? Я уже не доверяю этой игре, я уже даже не знаю. Ну ладно, давайте попробуем. Смотрите, нам предлагают еще вот туда. Вот сюда вот еще предлагают. Хорошо. Слушайте, наверное, реально хорошо, что я в то кольцо не стал прыгать. Я прям чувствую, что это я правильно, наверное, сделал, да? А может быть и нет, я не знаю на самом деле. Ну, видите, игра не заканчивается. То есть, меня все нигде никто не убивает. Отлично! Где Sonic XZ? Все-таки правильно сделал, что мимо того кольца прошел. Я молодец. Это Декарт голова, понимаете? Что происходит? Костас. Кто это? Sonic XZ? Ну а кто еще таким голосом, блин, разговаривает? Человека на толчке. Кто еще таким голосом может говорить? Нет, я этого никогда не сделал. Не присоединюсь к себе, потому что ты убил моих друзей. Он сказал, присоединяйся ко мне, да. Ты это видишь? Да. Кто? Кто это? Это можешь быть ты, если присоединишься ко мне. Ты будешь бессмертным и таким мощным. Так что? Что ты имеешь в виду? Что ты принимаешь? Какое решение? Так это я стану Гиперкостас XZ? Слушайте, это интересное это предложение. Да! А давайте! Плохая концовка! Костас XZ. А чё плохая концовка? Смотрите, Костас доволен. Sonic XZ тоже доволен. Все вроде довольны, все счастливы. Всех все устраивает. Чё не понравилось-то? Ну это подожди. А, это плохая... Это вы хотите сказать, что... О, блин. И если я хочу получить какую-то другую концовку, я должен начать все заново, правильно? Нет, мы не будем этого делать. Не сейчас, ребята, хватит уже. Давайте пока на этом закончим. Потом какие-то другие варианты. Я попробую посмотреть в следующих сериях, если вам, ну, безусловно, понравится то, что вы сейчас увидели. Но, по-моему, довольно прикольно, знаете, игра заставляет немного и пострадать, и подумать, скажем так, над тем, какая ловушка, а какая ловушка не ловушка, и вообще,
где ловушки нет, и то есть ты вынужден просчитывать варианты насчет еще того, что игра тебя может обмануть. Такое, в принципе, в играх жанра, я уже бы сказал, это отдельный жанр, Sonic XZ, не часто встретишь. Поэтому я еще определенно гляну, что там. Наверняка можно ответить «да», и игра, я думаю, должна продолжиться, по идее. То есть, если мы... Господи Иисусе. Если мы отказываем Sonic XZ в его предложении, наверное, игра продолжается. Поглядим, но это в будущем. А пока на этом все. Если понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, жмите поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании под видео. И всем счастливо, всем удачи, всем пока.